Лучших писателей Сибири наградили сегодня в областном центре. В ГПНТБ подвели итоги конкурса «Книга года Сибирь-Евразия». 12 номинаций. Лучшая детская книга, издание духовно-исторической религиозной литературы. Победителей в каждой определяли онлайн-голосование. Отмечу, что на конкурс книги поступили от издательств Владивостока, Новосибирска, Кемерово, Якутска, Москвы. Всего больше 160 произведений, но к финалу осталось полсотни. Например, книга Анны Масловой «Как приручить фотоаппарат». Автор обучает читателей основам фотографии. В книге, что важно, практически нет сложных терминов, зато много понятных иллюстраций. Она очень написана простым языком, а она с иллюстрациями. То есть я выступила как и фотограф, и как писатель, и как иллюстратор. То есть это получилась книга с картинками. Вот, и 26 марта она вышла того года. И у меня читатели как-то очень ее тепло приняли. Вот, и сейчас она находится в топе Озона.